Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. А сколько будет стоить поездка от 905 года 2 до площади Дружбы? 1905 года 2 до площади Дружбы. Да. У вас дисконтная есть? Нет, нет дисконтной карты. Стоимость поездки 140 рублей. Спасибо, до свидания. Это сейчас стоимость поездки по городу до 10 километров составляет чуть больше 100 рублей. А в новогодние праздники каждый житель Перми, кто пытался воспользоваться службой такси, столкнулся с проблемой неадекватно завышенных цен. Повышение цен не только в новогодние праздники, но и в связи с тем, что выпало много осадков, то есть дорожная, значит, сеть у нас была, значит, в ненадлежащем состоянии, и, значит, в связи с этим, значит, таксисты подняли цены. Вот все это послужило тому, чтобы провести ряд проверок. Обычно таксисты стараются не выдавать чеков и квитанций, а потому доказать превышение цен не так-то просто. Сами водители на контакт идут неохотно. Не знаю. Чтобы понять, как строится механизм ценообразования на рынке легковых автотранспортных перевозок, Управление Федеральной антимонопольной службы обратилось к пермякам. Нам хочется до конца разобраться в причинах роста этих цен. И, значит, в случае, если действительно будут выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, что виновные в нарушении законодательства лица понесли заслуженное наказание. Если вы столкнулись с необоснованно завышенными, на ваш взгляд, ценами на поездку по городу, вы можете сообщить об этом в Управлении Федеральной антимонопольной службы. Проще всего это сделать, передав информацию на официальный сайт Пермского УФАС в разделе «Обратная связь». Александра Фадеева, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.